Команда молодая, во-первых, но они стараются, боролись, показывали, что могли. Ну, опыта еще такого не имеет, но именно такие игры им помогут набраться опыта. Мы не особо много играем, конечно, в ВТБ, но многие игроки. Поэтому сейчас вот есть возможность поиграть, подготовиться к отборочным играм в городе Казахстана. И это очень важные игры будут у нас, поэтому две дома и две по-любому надо выигрывать.